Всем привет! Сегодня 11 июля, и жаркие дни закончились, и сегодня достаточно такой прохладный, свежий день, поливал дождик со вчерашнего вечера. Ну, как-то хорошо, погода изменилась, как и любая черная полоса переходит в белую, так вот и жаркие дни сменились наконец-то дождливым днем. Ну, вкратце о событиях за сегодняшний день. Ночью были слышны вдалеке с звуки боевых действий. Днем также было слышно так вдалеке, но в городе тихо, спокойно. Жизнь идет своим чередом. Новостей особых нет. Единственная новость в последние дни. Часто слышатся слухи о том, что вот-вот со дня на день отключат электроэнергию, соответственно и водоснабжение. Но вчера в городской газете было написано то, что все это фейк, никто не собирается ничего отключать. ДТЭК подтвердила свою готовность восстанавливать ремонт, проводить ремонтные работы, восстанавливать повреждения, и если только дадут добро вооруженные силы Украины, если дадут добро, то ремонтные работы будут проводиться. Поэтому пока отключений никаких не планируется. Ну и, как говорится, слава Богу. Ну а в остальном все по-старому. Проехались по городу, были в двух парках. Людей немного. Ну, есть, гуляют, конечно, с собаками, с детьми даже гуляют люди. Ну, мало. В городе в такое время обычно уже никого нет. Ну, на этом все. Всем пока.